Ну, правильно. Парень, кстати. Так. Не, ну если высота есть, если высоты нет, он не успеет контролировать. Так, еще, второй полет. Второй пилот у нас сейчас будет на этом. Ну, тут тебя опять вверх попер. Фокус я не могу взять на центр, потому что это... Круг, в принципе, небольшой получается, но эти горки... Горки, вираж и какая-то восходящая петля такая. У него главное, что есть этот самый, телекамера. То есть он записывает, что с ним проходит. Ух ты, что с ним происходит. Вот когда он будет нас лететь, надо ложиться на реально на землю. Да, но я не знаю, сейчас снимает, нет. Поэтому фишка-то разговор был, чтобы он делал полезную работу, хотя бы снимал что-то. Это уже Шишкин модель, там 30-я, не меньше, Ш-30. Сейчас, ух, вот он вышел, блин. А шел прямо в нас, слушай. Не, все, пикирует, пикирует, тянет ее в пикирование. Дроны проще. Как ее бабу зовут? Фаина. Что? Потом суп с котом, да. Так, 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 так. Ой-ой-ой-ой-ой, ух ты, пикирует. А он пученый? Я не могу, я все пойду, я сесть надо. Так, слеп не жрут. Опа, все, уронили его. О. Ой-ой-ой. Хорошо. Я вместо газа дал это тумблю кучу. Присели, пожалуйста, а? Смотри! Что за вопли такие? Так, вот пацан в красной майке сейчас первый найдет. Вон он. Ну, в принципе, нормально. Винта я не вижу. Винт нормально, есть? Живой? Не, не бросай, не надо. А, ты хочешь запустить его? Нет, принеси. Я посмотрю повреждение.